На площади райцентров люди начали приходить прямо после боя курантов. В Жодино праздничная программа стартовала на 30-й минуте Нового года. Самые массовые гуляния в Минской области традиционно прошли в Борисове и Молодечно, Солигорске и Дзержинске. До 5 часов утра концерты продолжались в Смолевичском и Минском районах. В домах культуры, на улице и даже в библиотеках прошли дискотеки и шоу-программы в деревнях. Деды Морозы рассказали, какие надежды возлагают на 2018-й сельчане. В лидерах пожелания о богатырском здоровье, пополнении в семьях и надежды на богатый урожай. Коммунальным предприятиям удалось преобразить райцентры Минской области. Уныние зимней погоды скрасила иллюминация. Фантазия авторов практически безгранична. Переливающиеся колокола, снеговики, олени, гирлянды протянулись по кронам деревьев на центральных улицах городов. Огни не перестанут гореть вплоть до Рождества. Дом быта в Слуцке накануне выполнил необычный заказ. Мастера изготовили будку для сторожевой собаки. К слову, четвероногий символ 2018-го в ближайшее время поступит на службу еще и врачам. Псы после дрессировки смогут оказывать терапевтическую помощь пациентам, в том числе детям. Линбай. Новости, достойные внимания.